Приветствую вас, и если говорить о том, что подсказать вам, то здесь все совершенно очевидно. Вам нужна своя четкая позиция в отношении, которой у вас на данный момент нет. Жена преследует свои интересы, вы зависите от своей жены. Нет. Понятно, что в какой-то степени вы зависите от нее, и это нормально. Речь немножко о другом. Речь о том, что ваши интересы зависят от ее. Понимаете? То есть твоей собственной позиции, которую бы вы продвигали, и от которой бы вы не отказывались, вас нет. Из-за этого ваша жена, видя, что вы колеблетесь, видя, что вы готовы прийти по первому ее зову, в общем-то ничего не делает. А зачем? Зачем, если вы сделаете все, что она хочет? Для чего? Это первое. Важно понимать, что ваша собственная позиция отнюдь не означает агрессию, экспансию, доминирование, подавление и так далее. Нет. Нет. Четкая позиция означает распределение интересов, приоритетов и ценностей. Кстати говоря, ребенок такой ценностью выступать не должен и не может, потому что сохранять семью и отношения вам нужно не для себя. Ой, это не для ребенка, а для себя. И соответственно, это первое, на что хочу обратить ваше внимание. Второе, это измена, которая произошла. Измена есть травма. И вам эту травму нужно прожить. Вы говорите, я не знаю, как себя вести, чтобы что? Вести себя, чтобы что? Что вы чувствуете к жене? Чего вы хотите по отношению к жене сейчас? Что вам хочется для нее делать, что вам не хочется для нее делать? И вот это то, в чем необходимо вам разобраться. Дальше. Я думаю, что вам имеет смысл обратиться к психологу. Либо вместе, либо по отдельности, но каждому. Это важно, в противном случае ситуация может не измениться. На мой взгляд, ваша жена привыкла к тому, что вас нет, эмоционально от вас отдалилась, теперь ведет себя отчужденно. То, что у вас изменился ваш образ жизни, ничего не означает, по крайней мере для нее. Если она привыкла, то ну, так уже, в принципе, все и будет. Никуда ничего не изменится. Мне действительно нужно человека вновь завоевать, если вы хотите действительно вновь очаровать, действительно вновь наладить тот контакт, те мосты, которые между вами когда-то были, которые оказались сожжены в результате ваших и ее действий. Вот. Такая вот история. Вопрос в том, готовы ли вы работать над отношениями. Ну, в первую очередь, над собой. Потом уже над отношением к другому человеку и так далее. Вот. На этом все.
Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи вам.